Наша недельная глава называется «Китейцы». Она говорит в начале разных темах, начало ее «Китейцы на мельхама алюйвеха». Когда видишь с войной на своих врагов и так далее. Есть также предыдущая наша недельная глава «Шафтим», тоже упоминается «Китейцы на мельхама алюйвеха». Выйдешь на брус своими врагами. Рабейну Бибихья, автор книги «Хват-э-Левавот», он приводит «Хват-э-Левавот» следующую историю, когда один благочестивый шел по дороге и встретил воинов, которые возвращаются с войны. Довольный, радостный после победы. И он сказал ему, вы сейчас выиграли в малой войне, а сейчас вы возвращаетесь на большую. Немножко ошалели. И он сказал, имеется в виду, Мельхем это Ецер, война собственно дурным началом. Я хочу немножко разобраться в этой теме. Эта тема, она очень всеобъемлющая. Добавлю здесь еще одну вещь. Об этом пишет другой великий автор Рамхаль в начале Месилат Йешарим, что человек в этом мире находится в состоянии, когда он... То есть война спереди, война сзади. То есть он окружен врагом. Надо уметь одновременно воевать спереди и сзади. Что имеется в виду, тоже имеется война, имеется в виду постоянная война с возможными испытаниями дурного начала. Есть у нас одна проблема, сейчас просто поделиться этой проблемой. Мы не ощущаем себя на войне. Мы можем сказать, что, наверное, мы уже победили дурное начало. Просто такого победил. На нас или по его. Просто расскажу такую притчу. Она еще освещает хорошо эту тему. Скажу, что 300 лет назад встретили дурное начало в Германии, бедные, нищие, жалуются на жизнь, никто не внимание обращает, никому не нужно, не на то, что я продаю. Бедные, нищие. Что еще 100 лет встречает дурное начало в том же месте, в Германии. Бегает, суетится. Не дай мне разговаривать, есть много работы. Вот еще 50 лет отвечают, она начала в той же Германии, посил на лаврах, его работа, он лениво сидит, вся работа уже делается с кем-то другим, и без него. Вопрос, в каком состоянии, вот в чем вопрос. И я объясню, я просто маленький пример. Пример, который он болезненный пример для людей, понимающих, что я говорю. Ну, бывает у евреев, что иногда оступается в чем-то. Просто как он реагирует на то, что он оступился. Он нарушил какой-то закон. Даже непреднамеренно. Я говорю сейчас злостно. Непреднамеренно. Это не был вынужден, а просто по халатности. Вот как он на это реагирует. Этому болит. Он думает, как себя исправить, как чтобы такого больше не происходило. Или, ну, пошли дальше. Если ты думаешь про себя, явно-неявно, пошли дальше,
Значит, он давно уже побежден. Не до конца, но... Есть тут, в этой борьбе, несколько аспектов. Изначально, когда Всевышний создал Адама и Хаву, внутри них не было дурного начала. Змей явился Адаму и Хаве со стороны и искушал их большими заповедями. То есть, как приводится в наших святых книгах, что он искушал их сделать грех ради мицвы, ради служения Всевышнему. То есть это было не просто такое. Но после того, как Хава, а потом и Адам отведали при Эцда Товара, плод для познания добра и зла, то зло вошло, дурное начало вошло в них самих, вошло в весь мир. Теперь есть у человека его борьба с внутренним дурным началом. И это очень тяжелая борьба, потому что когда дурное начало находится внутри нас, оно не говорит нам, вот ты бы сейчас вместо того, чтобы учиться, поехал, допустим, на море. Так оно не говорит. Оно звучит вот в нас так. Я сейчас очень хочу на море. То есть оно настолько является частью нас самих, что наше желание у людей неправедных особенностей, как правило, это желание дурного начала. Поэтому в чем проблема? Человек очень любит самого себя. Он никогда не выходит, то есть очень редко люди выходят на борьбу с самим собой. А тут дурное начало, оно замаскировалось, и это страшнейшее лицемерие. Почему-то лицемерие, я сейчас объясню. Оно замаскировалось не просто другом и приятелем, а как часть моих собственных желаний. Это часть, конечно, самый близкий друг, самый лучший советник, как мне, чтобы мне было хорошо. Чудо страшнейшее лицемерие, я объясню. Сказано о силах зла, их есть три уровня. Первое – это соблазняют, потом соблазнитель поднимается к Всевышнему и обвиняет, а когда высший суд принимает обвинение и присуждает его к смерти или другому наказанию, то спускается той же самой силы зла и исполняет приговор. Эти все силы, они наши друзья, и нам желают только добра. Это нет больше ложи, чем это. Думаю, что наши желания, исходящие из родного начала, это самое лучшее, что у нас есть, это самая страшная ложь. Это тяжелейшее испытание наше. Но реально сейчас это касается нашего внутреннего дурного начала. И как-то нарушитель Рав Пинхус сказал об этом так, что уже после, поэтому после греха Адама, Всевышний приводит в эту жизнь человека, чтобы он, его поле боя, поле его войны, это борьба с собственным дурным началом. Однако он сказал об этом так. Сейчас внутреннее дурное начало в человеке, оно может привести к себе много-много союзников извне. Он сказал там так, это было время, когда интернет был детскими игрушками, среди тем, что это сегодня. Сказал, это 30-го года. Сказал, что сегодня, говорит, на экран компьютера
дурной силы зла, они нам приводят к нам всю совокупность всех дурных началов, которые есть в мире. Все, что есть, он получает на экране, все бесплатно. То есть давайте просто поймем некоторую идею. Я сейчас, мой урок сейчас не урок против интернета, хотя всегда против интернета. А чтобы мы что-то поняли. Изначально дурное начало было внешним человеком. Потом оно стало частью его, как будто частью его самого. Есть еще ситуация, когда дурное начало получает силы извне. Этого не нужен интернет, это просто очень ясная ситуация. Есть замечательная русская поговорка «дурные примеры заразительны». Знакомы с такой поговоркой? Об этом сказано «мудрость рода мира вера». Почему это так? Очень просто. Есть зло в самом человеке, есть зло вне его. Когда они стыкаются вместе, они усиляют друг друга. Называется на языке законов смесей «маца минет миновы нео». Как бы один вид, он столкнулся с всеподобными, и они усиляют друг друга. Поэтому эта тема находиться в достойном обществе, чтобы дети наши воспитывались и росли среди праведников, а не наоборот. Это проблема не началась с интернета. Проблема спокон веков. То есть эта проблема не подпитывает наше собственное дурное начало чем-то внешним. Есть тут и, скажем так, иногда нам гораздо легче оградить себя от внешних союзников нашего здорового начала, чем исправить себя изнутри полностью. Не говорю, что легко, но это возможно. Есть тут еще тема. Я эту тему пытаюсь раскрыть на примере того, что сказано в Торе, о приходе Амалека. Амалек пришел воевать с нашим народом по нескольким причинам. Одна из них уже прямо написана в тексте Торы. Есть ли Всевышний среди нас или нет, когда они засомневались, приводят наши мудрецы, что у них ослабели руки, ослабели руки от защищения Торы. Есть там еще объяснение этого, что они были между ними раздоры. То есть внешние, внутренние духовные проблемы привели внешнего врага с мечом. И сейчас нам заповедано, когда придет Мелех ха-Машиах, придет царь Мессия, нам заповедано изжить Амалека с этого света. То есть тут уже мало просто исправить себя изнутри, так как наши грехи породили силы зла вокруг нас, которые реально пытаются нас убить, уничтожить, поразить, то мы должны с ними воевать на их поле боя. Это касается многих вещей. Пример. Сказали наши мудрецы, что если бы Моше Рабейну не послал разведчиков на ту землю, то там указывается именно, что не послал, не то, что они говорили дурно с этой земли, то, что это тот факт, что он их послал, их тоже была проблема. Если бы не послал разведчиков разведать святую землю,
то земля была покорена без оружия. Без оружия. А так, многие годы Иешуа воевал и не кончил. И не кончил. И не кончил. То есть, то зло, которое пробудилось в нашем народе, когда послали разведчиков, а тем более, когда потом еще приняли то, что они сказали, засловие о Святой Земле, о Всевышнем, то это усилило, чрезвычайно усилило силы семи народов, которые здесь жили, и очень ослабило наш народ. Я хочу сейчас коснуться одного аспекта этой войны. И этот аспект очень нам должен быть хорошо знаком. Я приведу просто пример. Мы не раз упоминали проблему о том, как великое немецкое еврейство, это было еврейство, дало миру величайшие следующие Торы, как Хатам Сойфер, народ из Франкфурта. Франкфурт было место великих в Торе и многих других. Оно за какие-то считанные десятки лет превратилось в кладбище еврейства. Просто в кладбище. Это началось с соблазна, но соблазн реформой, соблазн так называемой современной культурой, наукой и так далее, он разрушил наш народ там почти полностью, и он также превратился, в частности, в насилие. То есть мы когда-то печатали брат Исхак, книгу, написанную правнучкой Раби Шимшона фон Гирша, Рабит Крускан, там приводятся данные, что о том, как реформисты насильно закрывали ешивы в Германии. Вещь не новая. То же самое и в Российской империи, кто пытался закрыть Воложин, кто преследовал рава из Бриска. Это были так называемые маскили. Были евреи, которые отошли от того. То есть отход от Торы превращается для нас в порабощение. То есть отход от Торы приводит к изгнанию. Наше поражение в борьбе с острым новым началом приводит то, что нас, мы находимся в изгнании, порабощении и так далее. И тут, в частности, есть два аспекта этого порабощения. Это аспект материальный, это, допустим, порабощение физическое. А есть также еще насилие, исходящее от окружающих нас народов, заставить нас отойти от Торы и оторвать нас не полностью. Зачем далеко ходить? Пример этому это Греция. По-моему, это было из самых первых историй в истории евреев, когда заставляли изменить свою веру. Заставляли. Тоже началось не с пустого места, а началось с эллинистов, мятежников. Все огромный период изгнания второго. Это было страшнейшее. Период преследований со стороны разных церквей, инквизиции, с сжиганием книг, сжиганием евреев живем, с пытками страшнейшими, которые были в Испании. Известно, это был принятый закон в многих местах, что когда не еврей принимал еврейство, его убивали. Это известная история с графом Потоцким. Известная история.
И более того, нам не надо далеко ходить. Мы все выросли вместе, где из-за наших же грехов силы зла получили такую силу, что оторвали от Торы практически весь наш народ. То есть, я не знаю, я так утверждаю, и нечто подобное слышит также от Рабицкого Зильбера, что никогда не было такого тяжелейшего поражения нашего народа, как было на территории Советского Союза. В особенности в местах, где были коммунисты-евреи. Там, где их не было, там было полбеды. Тоже было плохо, но не так. Ну, как в Грузии, например, там было лучше. И надо понимать, что все эти вещи происходят, источник он из-за наших грехов, нашими грехами, нашим выбором зла, мы, не дай Бог, приводим, даем силу, силу зла в мире, в внешнем мире, это внешние силы зла, и нас порабощают, не дай Бог, и пытаются раздавать от Торы. Эта картина, о которой мы сегодня говорили, она является очень четко и ясно. Мы, я хочу эту вещь спроектировать на ситуацию здесь сегодня. Мы сейчас находимся в Эрец-Исраэль за неделю до выборов. Вообще ситуация здесь совершенно выглядит странной. Наш народ окружен врагами. С юга, с севера, с востока. То есть, однако, нет более важной вещи для большого количества людей, как вести общественный транспорт в шаббат. Нет более важной вещи, чем оклеветать изучающих Тору. Это то, что продается на предвыборном рынке. Этим торгуют Лапид, Либерман и другие. Есть еще торгующие. И самое страшное в этом, то, что этот товар покупается. Значит, иначе бы не торговали, если не покупался. Что здесь проявляется? Проявляется то же желание. То есть армия не знает, что делать с ешеботниками. Армейские офицеры не хотят переживать ешеботников, они не нужны. Но всякие того, есть знамя, есть такое знамя ешеботников в армию. Почему? Не ради армии, чтобы оторвать нас от Торы. Мы сегодня говорили о том, что есть внутреннее зло в нас и внешнее зло. Безусловно, тут есть два аспекта. Один аспект исправления нашего внутреннего зла. Это касается каждого из нас. Однако, когда уже есть ситуация, когда из-за грехов нашего народа силы зла внешние усилились и пытаются нас поработить, оторвать нас от Торы, я позволю себе сказать одно очень страшное слово. Мы, русские евреи, знаем, что такое евреи, отрывающие братьев от Торы. Никакие общины мира не пережили то, что мы пережили в Советской России от секции ВКПБ, вместе с другими коммунистами, которые вместе помогали. Но надо знать, это понимаете, я знаю немножко израильтян, у меня есть дети израильтяне. Они не понимают, что вообще можно такое быть, что евреи так могут делать. Не понимают. А мы это знаем.
И поэтому надо просто понимать, что мы сейчас находимся в состоянии тяжелой войны. Тяжелой войны. Это война спасения, то, что мы можем спасти. Это война не усилить силы зла на святой земле. Я вам скажу одну вещь, я вам скажу, об этом больно говорить, но нет выхода. Когда началась большая алия, большой приезд евреев в Святую Землю 30 с чем-то лет назад, все были в восторге, почти все. Исполнение пророчеств. Я слышал Рабби Шапира об этом. Рав Шах смотрел на это немножко иначе. Сказал, русские евреи могут разрушить Святую Землю. И мы это сегодня хорошо понимаем. Не дай Бог, не все, мы к ним не относимся. Но в целом ситуации, когда в каждом почти месте появляется свиной магазин, когда есть такой Либерман, который поддерживается в основном только русским. Это страх разрушить Святую Землю. И по большому счету, ситуация очень тяжелая ситуация. Были выборы предыдущие полгода назад, немножко меньше. Тогда же была очень тяжелая ситуация. Она была не такой тяжелой, как сегодня. Почему? Сегодня тогда не говорили почти против Торы. Почти не говорили, говорили против других вещей, но не против Торы. Сейчас начали большие разговоры против Торы. Надо вещь просто понимать. Когда мы говорим вообще понятие «война», я сейчас имею в виду следующую вещь, когда воюют, это война за жизнь и за смерть. Мы хорошо знаем, что когда евреи, атеисты и коммунисты получили силу в Советском Союзе, что они нам вытворили? Мы это знаем. И нам надо знать, что нам надо против этого бороться всеми силами и выразить свой. Потому что это наша война. Мы сегодня говорили о нескольких уровнях борьбы со злом. Один из уровней борьбы со злом это борьба внешняя. То есть, знаешь, как приходит бандит с ножом, хочет кого-то зарезать, об этом сказано «Абалэ оргэха, шкэблэ оргэ», предупреди его, убей его первым. Понимаете, я же не буду кого-то убивать, но надо всеми дозволенными способами, которые нам позволяют будут Торы, это значит, что у нас сейчас война за жизнь, а не нам, как говорят по-русски, не до жиру быть бы живым. Потому что слишком много сил вокруг нас хотят нас разрушить, обратить Святую Землю в светскую землю полностью. И это то, что нас сейчас обязывает не слишком к этому равнодушно, а воевать с этим. Я вам скажу, сказано в пасхальной Агаде, чтобы хол дор ведор, омдим алейну лехолосейну. Что в каждом поколении нам противостоят наши враги, нас будут уничтожить. Имеется в виду физические враги, также духовные враги. Есть у нас обещание, что Всевышний нас спасает. Однако от нас требуется не полагаться на чудо Всевышнего, а то, что чудо необходимо, когда мы сделаем все, что можем сделать сами. Всего хорошего.